Достала. И чё, и куда оно? Твою мать. На пол? Ну чё, мне вся У нас на дальнем ничего нет. Да. Азила. Капец, у него ходы. Это будет долгий бой. Может, мне бежать вперед? Не боюсь, он тебя очень быстро покрошит. Неприятности значили. Его сейчас попробую достать телепортом. Или ты зря что ли забиваешь? Ну я тогда вот здесь останусь стоять. Угу. Их он перезаряжает скилл. А, есть. Как-то все видят время. Ты файл телепортнул? На какой хер? Получи фашист гранату. Уре. Нам что-то можно, да, сделать, да? Что еще интересно? Тут, по-моему, где-то сундук лежит. Дамы и господа, мы только что прошли данж. Ой, какие грибочки. Я вижу людей. Ну, не видно. Это ящерица. Я не вижу. Подраться с этим товарищем мы еще успеем. Я с ним обязательно драться? Ты хочешь с ним драться? Я хотела с ним поговорить. Там есть товарищи... А, с ящерицей это лучше красный брюк поговорить. Он меня выведет быстренько на чистую воду. Кто-то мне что-то хотел отдать из-за моего навыка исследования. А, да, да, да. Спаги. Я так предполагаю. А, так. А
И лупу мне дай. А ты уверен, что у тебя? Сколько у тебя? Что там надо? Знание легенд первого уровня. У меня тоже первого. Так что мы какой смысл отдавать? Ну, изучай тогда. А лупу кого-нибудь есть, чтобы изучить? У Вики лупа есть. У меня есть. Да. Будь здоров. Тогда изучай. Точно. А как? Правая кнопка изучил. Правая кнопка. Нет, правая кнопка изучить. А. Ну так, стоп. Меня что-то подписывает. У меня в крафт какой-то нашла сейчас. А это что за дверь? Да, ну знаешь. Че за могила? Так, это кровать. Башмаки бесстрашие, 7 магической брони, 2 физической брони, плюс 1 восприятие, плюс 3 уклонения. На чё они? Требуется интеллект 10. Будь добра на их фейну. Стоп. Ты начал с ними... Всё, стой на месте. Стой, просто ничего не делай. Он сам начал говорить. Ну, не надо. Вика, иди сюда, тут сейчас драка будет. У меня есть два ответа, на которых я точно нарвусь на люли. Ну, я тут. А, здесь, в принципе, все ответы предполагают, что будут пиздюли. Угу. А с кем ты начал говорить, ты ему? Магистр Псарь. Он вообще начался на диалог. Он вообще где? А, вон он. В принципе, с одной стороны, конечно, можно дать нуля. С другой стороны, Вик. Смотри, вот видишь магистр Следопыт, который сидит неподалеку от того места, где я забрался на вышку? Нет. Забрался на вышку? А. Да, ну. Подходишь к нему вот с этой стороны, вот с отсюда, да? И из-под прикрытия атакуешь его через контур. Просто бить? Да. Тихо. Угу. Да? Еще раз то же самое. Обокрасть. А, нет, может я раз. Обокрасть? Не-не-не, не надо, давай еще раз. Повтори то же самое. Повтори то же самое, пока он не умер. Я немножечко нихера не вижу. Ничего, ничего. Я стою и бью. Похуй, что его бьют. И... Он такой Вик... сидит, бля, на меня бьют. Вика просто ломает стену. Сык ты, бля. Вот это меня... ты сделал. Ты сказал, пока его не убьют. А, надо было скрытности? Да. Ну, поздняк. Чё-то я, да. Ладно, Денчик, не заканчивай разговор. Не, чё? Не заканчивай разговор, мы сейчас их двоих закатаем. Блять. Так. Ну оставь ему там один хп, что ли, хоть поговорить с ним. Кого? Мы псаря не можем атаковать, пока он... Пока он базарит. То есть ты... А-а-а. Я понял, что вы хотите. Читеры. Ну тут еще читер, он, между прочим, хилится. Так. Блин, а мне спускаться, конечно... А, да. Атакуй мечника. Мне недостаточно. Дальности? Да. Так. Ну, подойди поближе.
Почему-то я с этой позиции его не могу. Мне надо именно прям за спину. Я так и думал, что такая херня будет. Я не смогу ничего его. Ну пропускай, конечно. Я могу только. Да, уходи, 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 уходи. Все нормально. Да никуда он и так не пойдет. Там кажется файн, но плохо. И у него подгорает. Я ничего не могу. Из-за таких косяков я и сомневался, брать ли чувака с истории. Сейчас бы не было этого диалога. Был бы. Он был бы в любом случае, если бы ты подошел к нему. Я бы не был ни солдатом, ни преступником. Но все равно у тебя диалог был бы. Чушь какая. Руби его. Божественная сила света. Слава свету, что потальный ход еще работает. Дурацкая какая-то фраза, везло. Просто вдумайтесь, слава свету, что потайной ход еще работает. Там насыпало. Да, насыпало. А что ты лежит Долорус, но мы не можем его побить? Потому что он союзник, а не враг. А теперь заканчивай разговор. Мне где-то вот так встать? Наверное, да. Сейчас отход откатится. Вот. Подожди, это отход случил? А? Нет, что? Тактический отход, по-моему. Сколько я не, я заканчиваю? Да. Батенько, мне для вас плохие новости. Там раз плохая новость, два плохая новость, четыре плохая новость. Я у кого-то видел только что магическое. Что за твою мать? Собачка. Там еще и псина. Блин, я хотел поиграть этим. Мне кажется, такой на тему. Так. Тебе что, еще воскрешать надо? Или ты сам? О, Фейми надо будет воскрешать. Ну можно не я, можно я побить? Да, да, пожалуйста. А, Света и... тратит три хода, зашибись. Ну я воскрешу этим принцем. Все, я побила. А я отсюда, да, пожалуй, жахну. Вопрос только чем. Да всем. Ну там так удачно практически в нефти стоит. Черт, не достаю. Блин. Ну подойди ближе. Ты, кстати, про нефть забудь. Если взорвется нефть, там же бочка стоит. Рвутся все, а нам чувак нужен еще живой.
Электризованная кровь. Меня будет хилить и бить одновременно. А ты вот лужу хотела? Нет, я все равно только из спины могу бить. А, его даже не надо бить. А, почему он со мной говорит? С ближайшим. Давай с первого начинаем. That can take you into the dunes beyond. Two associates of mine run it, but they'll kill you on sight if you don't know the proper password. Heal me, and I'll gladly tell you. Если похилить его? Да, можно. I feel it at work upon me already. Thank you, my friend. Первый, давай. There is. Waterway. Дальше. You'll meet some associates of mine. Tell them Madame Zur sent you, and they'll let you pass. Артефакты, бабло, есть? No, I imagine not. She's the headmistress of an orphanage in the far north. She keeps sorcerer children. With her help, we've saved countless children from Dallas and Alexander. And we're going to save many more. Enough to matter, not enough to stage a coup. The Voidwoken have people terrified. Not only for their lives, Dallas and Alexander offer a solution. People need solutions at a time like this. No matter the consequence, you've given me a second life. I won't soon squat. Отлично, но при этом его труп можно полутать. Кстати, еще у меня там. Все забирают, какие-то рецепты. Тихо. Ослепляющее излучение. Требуется аутергия, это, наверное, Денис. Волшебный кинжал, это тебе. Это мне. Убить языковый составляй. Мечка, дай ей. Мечка, дай ей. Кого? Чё? Ярко-красный мальчик. Кому отдать? Принцу. А коготь заика? Оставь себе. Вот мне нахуй не нужно ведро, я его... И письмо, наверное, мне не надо. Что зря, почему подать? Так. Так, красота. Ну что, мы теперь валим отсюда? Или мы можем кого-то еще под... Отсюда все. Идем дальше. Там можно куда дальше пойти? Там... Ну, дальше. Так, во-первых, тут, по-моему, чувак, с которым может пообщаться, есть. Блин, на самом деле я пошла спать. Не вопрос, не спать. Ладно, давайте выберемся. Да. А, пошли этот, кстати. Так, короче. Вы могли просто подождать? А был ключ? Нет, он я просто взломал. Скрыл. Ага. Кувшин. Ай. Маски, рукавицы. The droplet burns both hot and cold, and yet you feel no pain. You step towards the flow. Ага, здесь можно. Да, можно притопаться, короче, понятно. That face, it's almost familiar, like a long faded memory.
The droplet burns both hot and cold. And Ром, куда пошел? Это я пошла. Кувшин и ваза. О. А что, не так с ним? Но он визит, что все Фэй должен это, облизывать. Крик, у тебя что, рубашка что-то новая? Да, давно. Хорошая рубашечка. Это лучше, да? И чем свитер? Ну, пожалуй, для эльфа... Да, выглядит более по-эльфийски. Может, на этом... Это... Закончим мы сегодня? О, еще одна, вот. Все, обыскали? Да. Я сохраняю.